Шалом, а вот сейчас мы кладем схах. Смотрите, схах вот делается из вот этих вот бамбуковых веточек, их разрезают и кладут, связывают в такой коврик. Причем этот волокна, которым их связывают, они тоже сделаны из какой-то растительной нитки, так чтобы это все не принимало духовную нечистоту. Теперь посмотрите, я совершенно не делаю в этой суки, совершенно не делаю стенок. Почему? Потому что достаточно вот этого вот перил балкона, и считается логически, что они поднимаются вот сюда в схах. К схаху. Считается, что стенка уже существует. Это называется поднимающаяся стенка. Окей. Теперь, когда вы кладете схах, нужно иметь в виду, что вы делаете это ради тени или ради заповеди суки. И то, и другое понимание, или, скажем, направленность мысли, да, оно достаточно для того, чтобы схах был кошерным. Схах должен положить именно взрослый человек. Например, дети меня просили, папа, давай мы положим схах. Так вот это вот не кошер, да? Дети, младшие бар-мицвы не могут класть схах, это должен сделать человек взрослый, который бар-мицва. Вот. Ну, есть еще много, конечно, законов суки, но вот на нашем наглядном примере этого, в принципе, пока достаточно. Всем хак, сукот, самех.